Просьба о помощи от друзей или родственников, звонок из банка, сообщение о выигрыше в лотерее могут оказаться обычным мошенничеством. О различных видах этих преступлений оповестят граждан Одинцовского округа. Мы будем распространять листовки на улицах, раздавать их гражданам, в том числе по местам жительства, и предупреждать граждан о опасности. На совещании в окружной администрации рассмотрели различные варианты распространения информации. Помимо поквартирного обхода и раздачи листовок на улицах города, поступило предложение информировать детей и родителей в школах и детских садах, а также в классных чатах. Основные задачи – это предупредить население о формах и методах, совершаемых мошенниками преступлений, для того, чтобы предупредить граждан о том, как им необходимо и какими способами они могут защититься от мошенников, которые связываются по телефону и дистанционно совершают свои преступления. На встрече присутствовали полицейские, общественники, молодежь и представители окружной администрации. Перед всеми поставлена задача – осведомить максимальное количество жителей о формах мошенничества, чтобы граждане вовремя могли отказаться от передачи денежных средств и личных данных. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».